Леди Гага приняла участие в видеоролике, продвигающем кампанию по сбору средств для Марина Абрамович Институт. Больше года назад югославская художница Марина Абрамович объявила о создании в Гудзоне института перформанса. Задача Абрамович – собрать ни много ни мало 20 миллионов долларов на строительство собственного культурного центра. В этом институте развивался ее чудодейственный метод, с помощью которого человек смог бы заглянуть в свое подсознание и разобраться в жизненных проблемах. В ролике «Королева монстров» наглядно демонстрирует воздействие метода Абрамович на человека. Гага упражняется на берегу озера, гуляет обнаженный по лесу и обнимается с огромными кристаллами. Саундтрек к ролику записала сама певица, точнее, это долгий протяжный звук, который она постаралась держать как можно дольше. Стоит отметить, что хоть это зрелище довольно специфическое, но завораживает. Однако на этом новости от Гаги не заканчиваются. Поговаривают, что эпатажная дива совсем скоро свяжет себя узами брака с бойфрендом Тейлором Кинни. Как сообщают американские таблоиды, парочка обменяется клятвами в ближайшие месяцы, а свадебная церемония пройдет в родном городе жениха Ланкастере. Конечно, поверить в то, что 27-летняя артистка пойдет к алтарю, сложно, как и представить ее в образе примерной жены, хлопочущей по хозяйству. Променяет ли Леди Гага звездную жизнь на домашние заботы, ты узнаешь в следующих выпусках «Хедлайнера».